В семье электромобилей появился большой брат. Основатель компании Tesla Илон Маск представил электрогрузовик. Это седельный тягач с четырьмя независимыми моторами, по одному на каждое ведущее колесо. Без подзарядки он способен проехать 800 километров. Больше, чем ожидали эксперты, и как раз столько, сколько средний американский дальнобойщик покрывает за сутки. В ближайшем будущем с развитием сети заправок планируется ввести режим быстрой зарядки, как у смартфона. Кабина непривычного дизайна. Единственное кресло расположено по оси, вместо боковых зеркал экраны. Функции собственного полуавтономного автопилота включают удержание полосы и торможение перед препятствием. Маск обещает, что эксплуатация электрических грузовиков с учетом всех факторов будет стоить заметно меньше, чем обычных. Более того, перевозка товаров подобными машинами может оказаться дешевле, чем даже по железной дороге.